Продолжаем подпитывать информацией канал и наше сознание. Blender 2.8. Погнали, разберемся в этом ролике, что такое экстрадирование. Закрываем баннер, щелчок левой кнопкой мыши. Так, сейчас я сразу, наверное, включу нажимание клавиш, чтобы вы видели. Так, все появилось, закрывается. Вот такой куб. И давайте посмотрим, как он нам поможет понять, что такое экстрадирование. Переключаемся в Edit Mode. Есть здесь три функции. Это вершины, ребра, полигоны. Сейчас куб полностью выделен. Щелчок, снимаем полностью выделение с объекта. Переключаемся на полигоны. И щелчок левой кнопкой мыши. Вот выделился полигон. Давайте теперь нажмем на numpad. Вот такой вид по осям. Numpad — это numpad — это цифры именно под правой рукой на клавиатуре. Жмем английскую E и вытягиваем в бок. Вот вы видите, что появились вот эти вот ребра, луп, и он делит это все дело пополам. Полигон до сих пор выбран. Мы можем его, опять же, также, нажав на E, вытянуть. Можем тянуть до бесконечности, можем снять выделение, выделить верхний полигон, колесиком уменьшить, нажать E, поднять кверху, щелкнуть, снять выделение и, допустим, добавить луп. Вот так. Задерживайте левую кнопку мыши и по ребру ведете и бросаете там, где вам надо. Все установилось, все хорошо. Также можно все это дело вести по этому ребру, вот так вот снять выделение на select box, снять выделение с полигонов, пардон, с ребер, и переключиться, допустим. Ну, давайте переключимся на вершины. Выделяем вот эту вершину. Зажимаем Shift, выделяем вот эту вершину. Выделяются две вершины и ребро. И вот мы можем это все дело, используя, допустим, трансформ, вытягивать в бок. Вот так. Также можем его с помощью трансформ расширять вот таким вот образом. Это вот если выдвигать какие-то части. И теперь зажимаем E и экстрадируем вперед. Вот вы видите, что так, 3 на numpad. Семь на numpad. Колесико, Shift зажимаем колесико. Жмем Ctrl-Z, жмем опять же E английскую, и вот вы видите, что можем ее вот так вот вытягивать. Вот сейчас у нас вытянулся только вот это вот ребро и две вершины. И образовался полигон. Переключаемся на полигоны. Можно нажать и английскую, сделать вот такую штуку. Колесиком уменьшить, нажать опять же E и это все дело экстрадировать. Вот такие незатейливые вариации экстрадирования, варианты. Как выбирать теперь ребра? Нажимаем на ребре. Нам надо, допустим, выбрать ребро. Мы на него нажимаем левой кнопкой мыши, и оно выделилось. Снимаем выделение, щелчок на свободном поле. Допустим, нам нужно выбрать вот этот регион, допустим, да? Зажимаем Shift Alt и жмем на ребро. Выделяется у нас два ребра вот так. Продолжаем Shift Alt, выделяются еще два ребра. Вот такая получается прикольная штука. И вот мы их можем теперь нажать на E
и тоже экстрадировать. Так. Вот такие вот приколюхи в этой программе. Ну и давайте рассмотрим сразу один модификатор. Object mode, файл, new, general. Не сохранять. Опять же берем куб, переключаемся на edit mode, снимаем выделение, выделяем полигон. Следом жмем английскую X, выделяем фейсы, удаляем. Опять выделяем полигон X, английское, жмем Face. Вот у нас получился вот такой пустой куб. И теперь заходим в модификаторы, Add модификатор и Solidify. Вот это. Выбираем и вот здесь вот прибавляем толщину. Вот принцип такой, как будто вы это дело все вычли. Допустим, куб из куба вычит. Вот такая получилась штука. Но применить этот модификатор можно только выйдя в Object Mode. Нажимаете Apple. Применить. Все, вот такой вот типа куб получился. Также можно сделать здесь сверху убрать и снизу. И сделать, чтобы были просто одни стойки. Вот такая прикольная штука. Все, всем пока, до свидания.